Так, два-один. Давай, по очереди. Нет, еще раз, сверху нельзя бить, только снизу. Вот кто? Так как у нас нету сетки, нет, девочки, у нас нету сетки. Поэтому вы должны мячик хорошо передавать. Не забивать, а перебросить хорошо. И они должны хорошо перебросить. Кто? Мате, так, ты и ты. Идете вон там и играете один на один. Ты с Артемом один на один играешь. А вы здесь играете с девочками. Приготовились. Также. Так. 1-0. По очереди. И снизу. Давай. Это. 1-1. У кого, смотрите, у кого мяч, что-то подает. Давайте, вы там до 12 играете. Стоп. Попал. Значит, 2-1 девочки ведут. Пошли. Нет. Так, ниже сетки не считается. Давай. 3-1. Девочки подают. Мяч ушел. Что ну? Мяч ушел. 4-1. Мяч ушел за поле. Вот он. Кто? Передай мячик, да? Так, 5-1. Пошел. 6-1 за поле. 6-1? 6-1 вы выигрываете. Давай. Топ. Дай туда дальше. Дальше. Вот и все. Снизу. Пожалуйста. Играй. 7-1. Мяч сюда. Вот смотри, ты кидаешь мяч, неудобно брать. В ринг уходит. Дальше хорошо. Пожалуйста. 7-1. 7-2. Подает Михаила. 7-2. Не бросайся. Давай, Михаила. 7-2. Стоп. Подает Дедвин. 8-2. Стоп. Если ты попадаешь в потолок, то мяч сразу отдается. Потолок. Пожалуйста. Потолок. Есть. 8-3. Аделина подает. Какой у вас счет? Ракетку не кидай. Пожалуйста. Я сменщик, я сменщик. Так, 9-3. А, Алексей подает. Алеша, Вася. Так, кто? Мате, подошли ко мне. Сели вот сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Значит, так. Еще раз. Кто подает? Стал. Еще раз. Я тебя прошу. Вот эта ракетка, вот эта ракетка. 25 лет. 25 лет. Посмотри на меня. Это я ее играю. Я никому ее не играю. Видишь, что она такая? Толстая, все просто тут было. Я напряжу. Но она целая, правильно? Это я играю, я никому не даю. Значит, еще раз. Первый номер становится здесь. Второй номер становится здесь. Нет, садись. Ты второй номер? Второй номер туда. Судья стоит здесь. Что судит судья? Значит, первый. Ракетка тяжелая. У тебя хорошая ракетка, поэтому будь аккуратна. Это даже не моя ракетка. Это мне ее подарили. Значит, еще раз. Снизу подает. Мяч переходит. И начинается раз, 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 раз. Слушай, если я ударил мимо, ударил за площадку, не попал сюда. Или попал в потолок, я проиграл одно очко, передаю мячик партнеру. Да. Партнер подает. Да. Понятно, да? Понятно. 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 Вот сейчас мы посмотрим. Становись и слушаешь. Становись и слушаешь. Да. Так, Вика сюда. Артем сюда. Так. На центр становишься, на центр, из центра подаешь. Приготовились. Судья, ты готов? Да. Давай, руководи. Фатина. Вон. Стоп, мячик ушел. 1-0. 1-0. Пожалуйста. Есть мячик? Нет, ты выиграл, ты подаешь. Да. Давай. Вот судья, давай. Ниже. Ниже.
не считается. Не считается. Не считается. Подаешь ли это? То есть пустил коньяка, поэтому мяч и сюда. Ниже. Так, ниже. Вот тут ниже. То есть у нас очень будет очень низко, да? Как же нам здесь поступить? Давайте сделаем так. Смотрите, если я подаю подачу, и подачу подал низко, то просто отдается подача сюда, правильно? Да. А во время игры, уже если так пойдет, уже будем считать. Единственное, что нельзя сверху. Да. Хорошо? Все, так, стоп, подожди. Григорий, вы сюда. Алеша и Григорий сюда. Аделина, ты судишь вон туда. Не бей. Остановись. Так, два, да? Готовы? Да. Так есть мяч. Мяч сюда. Не надо бить. Третьего в руки надо. Итак, 0-0. Поехали. Он задел? Мяч ушел, он задел. Значит, 1-0. Нет, никакого. Да, ты покажи рукой, кто должен подавать. Покажи, да, убери руку, покажи. Оп. А что сюда? Он должен подавать, потому что выиграл мяч. Так. Стоп. Вот смотри, в принципе, он дал высоко, да? Он отбился хорошо. И давайте мы ведем так. Давайте ведем, подойдите сюда. Давайте ведем так. Если мяч ударился в поле, то можно тоже будет играть. То есть не обязательно с лёта играть. Нет, только один раз мяч. Как хорошо. Хорошо, давайте сейчас не будем. Просто продолжим. 1-0 остается. Пожалуйста, пошли. Просто мы сейчас правила как бы придумаем. А вот сейчас он уже, да, два удара, значит это его 2-0. Вот. Два удара, 3-0, он подает. Стоп, подойдите сюда. Успел играть, подойдите сюда. Посмотрите внимательно. Значит, играем так. Подали, обязательно снизу. Это не считается. Можно снизу, а можно, чтобы мячик один раз на поле стукнулся и отбить, но один раз. То есть можно, как большой теннис. Да. Чтобы он ударился в пол, то можно отбивать. Хорошо? Да. Все, приготовились. Какой счет? 0-0. Ну давай. Долго будет или нет? Пожалуйста. 6.
4-1. 5-1. Стоп, смотри, остановились. Так, кто здесь идет? Он. Правильно? Значит, ты становишься вместо него, иди сюда, ты же проигрываешь. Даешь ей мячик, и ты считаешь, кто здесь идет? Вы вдвоем садитесь, Вика судит, а играешь ты и Михаил. Возьми мячик. Ты сядешь. Вика судит. Так тут есть судья? Аджина. Нет, так это хорошо, это ты выигрываешь. 1-0. Нет, смотри, она ударила. Подожди. Она ударила мимо, поэтому мячик 1-0. Пожалуйста. Так как? 2-0. И что? Ты попасть в толпу должна. Вот сейчас попала. 2-1 передаешь ты сюда. На середину, за линию. Подавай. 3-1. 4-1. 3-3. Пошли. 3-3. Куда ты встал? Топ. За линию. Ты ж подаешь. Ближе чуть-чуть. Вот так. Ну. 4-3. Выиграла. Аделина, ты не можешь не так ходить по площадке, Аделина. 4-3, ну хорошо. Мяч ушел. Кто подарил? Я. О, будет. Там подал. 5-2. Нет, 4-3. Еще раз. Подача идет снизу. Да. Ее подача ты подаешь. Пожалуйста. Опять промахнулась. Нельзя касаться. 2-3. Ставь туда на середину. 5-2. Как не считаешь? Я за меч меча ворот. Нет. Я же драбу. Смотри, стоп. Аделина остается, ты заходишь. Виктория заходит. Ты садишься. Садишься. Время сколько? Еще 5 минут. А Мартея Греша. Подожди, 5 минут у нас. Так, Вика, идешь туда. Аделина, сядь сюда. Артем, встань сюда. Это, Михаил, считай. Приготовили? Сядь. У всех мама есть, у всех папа. 1-0. Мяч ему. Стоп, смотри, Артем, когда ты передаю, посмотри, и он за ним бегает. Возьми пакетный мяч, ему будет удобно в этом. Приготовились? Давай. 2-0. Давай, быстрее, не останавливайся. 3-0. Давай, бегом. 3-0. Давай, Артём, берись. Играй, мячик отскочил, можно играть. 4-0. Уже что? О, как будто это что-то решит. 4-0. Играй. 1-4. Передай мяч. Играть? Мате? Легли все на живот. Сюда. Так, я считаю до 10. Все мячики в коробку, а ракетки аккуратно поставить в ящик и лечь. Аджина? Вот раз, два, три. Значит, еще раз. Когда вы играете,
надо учиться играть на счет. И играть, я не знаю, на деньги играть, играть на... Оставим его в покое. На шалобаны, играть на что-то. На копеечку играть, на копеечку. На 15 копеек. Мало, но все равно выиграть уже приятно. И тогда вы научитесь играть. Уйди отсюда, туда. Уйди отсюда, не мешай. Еще раз вам говорю, стараться поиграть, потом потренироваться, опять поиграть, опять потренироваться. Построили в одну шеренгу, становись. Подравнялись. Вика, подойдешь сразу к нему. Алинея. Рек. Рек. Что мы сегодня сделали? Во-первых, вы покидали мяч. Во-вторых, вы поиграли, волейбол не играли, поиграли теннис. Во-вторых, вы поделали броски. Понятно? Да. 10 приседаний. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Иди сюда. Нет, Вика, сюда. Так. Смотрим на Вику, 5 раз приседания делаем. Так же, пошли. Раз, тоже, да. 2, 3, 4, 5. Стоп. Вы видели? Вы видели? Поэтому вы ее выиграть не можете. Она сильнее вас, она быстрее делает, больше делает. Еще раз, хотите у нее выиграть, мальчик, тренируйтесь. Все, Ларин на дереве, а Вика ко мне. Сейчас, подожди, где-то. Спасибо на урок. До свидания.